Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Он правда придет? Непременно. Я знаю расписание его смен, но, к сожалению, точное время я не знаю. Чего? А как тебе такое? Прекрати! Нашла, когда играть, Ламус! Такой мелочью тебя не убить! А ведь точно. Мы ведь должны выложиться на все 100. Я все понимаю. Но это жесть, как больно! Я носом об крышу ударилась! Что? Да твою ж! Хуже не придумаешь! Придется прорываться! А это еще что? Какой-то новый демон? Задержим его! Стреляйте! Огонь! Кошмар! Это еще что? Просто жми на газ! Японские механики знают свое дело! Прочь! Увечья в НТИСле страховка не покроет! Прочь, кому сказал! Хочешь посмотреть аниме-приколы без ограничений авторских прав? Добро пожаловать в телеграм-канал, там ты найдешь отсутствие маленького экрана. И за кого меня держишь, чеканутая? Также другие аниме, которые YouTube не пропустит, у тебя будет возможность заказать анимешку, которую стоит разобрать и с какой озвучкой. Можешь своим комментарием повлиять на видео, перед тем, как я его выложу на YouTube, много не расскажешь и не покажешь. Так что переходи по ссылке в описании, там будут все подробности. Наверное. Милорд? Но почему на скутере доставки пиццы? Не хотел я этого увидеть! Ваше Величество. Кошмарная неделя. Права не получил, остался должен Судзуна. Кучу смен пропустил. Вовек не отблагодарю тех, кто согласился подменить. Прости, что от меня столько проблем. Ты чего вообще? Отравилась тут чем-то, что ли? Ну а что? На меня тоже порой находит слабость. Тебя что, заколдовали? Сказала же, что нет. Если вернусь в Японию, я обязательно перед тобой за все извинюсь. А, ну ладно. Асия, с ней явно что-то не так. Ты тоже будешь драться? Ну, раз ты настаиваешь, буду, конечно. А что скажешь ты? Сатана! 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 Глупый вопрос, согласен. На стороне сатаны перед целой кучей людей. Да у тебя даже речи, как у проходного злодея в фильме. Хоть Цириил и извращенец, но хотя бы самостоятельно добивается своих целей. Ты ему и в подметке не годишься. Долго рассказывать сейчас не могу. Но ты не переживай. Я отдам тебе деньги. Все до копейки за разбитые скутеры. Ты что, сломал мои скутеры? Что это у тебя? Ты куда лезешь? Поймал. Князь! Ты что творишь? Асия... Могу я попросить тебя отнести этого красавца в мою квартиру? Конечно, будет исполнено! Может, уберем мусор в шкаф? Мусор? Ну почему я?